Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл номер один, или же Number One. Конечно же, именно так. И сегодня я вам покажу свои три мотора. Black Knight, Toxic Shooter и Firestorm. Не знаю, как-то так. Вот. Значит, как-то так. Сегодня будет два обзора. Один обзор вот это вот, три Моторана. Второй обзор будет о моей коллекции мини-фигурок Звездных войн. То есть я показывал, но я просто говорил там первый ряд. А в обзоре я расскажу про каждого и свое мнение к фигурке. Вот, как-то так. Ну, в общем-то, я думаю, пора приступать. Начнем мы с Toxic Shooter. Итак, Toxic Shooter. Это моторан, который в нем состоит примерно 50 или 60 деталей. Может быть, 40 с чем-то. Вот. Естественно, он дружит с токсином, как вы видите. Он весь обвешан проводами. Значит, вот провода отсюда. Они прикрепляются к бочкам, из которых льется токсин. Или что-то токсическое. Также сзади есть вот такие красивые провода, которые так вот симметрично проходят. Да. И маска, которая, считаю, ему очень подходит. Вот такая вот маска. Вот. За ней у нас скрывается вот такое вот обычное лицо. Это лицо у всех трех моторанов. Вот. Также у него здесь есть броня из деталек Халка. Вот, по-моему, сделано очень классно, я так считаю, по крайней мере. Держится все это на шарнирах, вы можете заметить, вот, эти красные шарниры, вот здесь. Здесь у нас, значит, такой вот бэкпак, ну не бэкпак, а такой вот, я просто сделал крепление, чтобы он здесь так вот хорошо смотрелся, тоже очень так закрепленно, вот. Также здесь у нас основа моего моторана. Вот. И, в общем-то, да, он зеленый, потому что он токсик. Ой, упал. Значит, ноги у него очень простые, сделаны из 5 деталей. 1, 2, 3, 4, 5. Если не считая проводки, конечно же. И совсем простой щиток, сделанный из 2 деталей, который мне очень нравится. В общем, вот такой вот у нас Toxic Shooter. По-моему, классный. Да, собственно говоря. И теперь мы посмотрим на Black Knight. Именно темная ночь, как бы. А вот он, самый крутой моторан и самый первый. Да, в нем больше всех деталей, 60, наверное, примерно, или 70. Итак, этот моторан обвешен броней. Видите, он очень бронированный, у него здесь есть шланги красиво, которые так вот идут и обгибают вот здесь вот все вот так вот. Дальше у него есть огромная пушка. Его отставим, посмотрим пушку. Пушка в действительности очень красивая. Вот здесь такие вот, значит, шланги. Он реально ее может брать в руки с помощью этого крепежа. Я все покажу. Пушку мы убираем и смотрим на самого Black Knight. Да, он самый мощный, самый крутой. Вот его маска. Маска это реально была чья-то моторанская. Вот его лицо. Самое обычное. Так, я снял кости, потому что у меня так один раз было. И просто продавилось туда это кости и все. То есть надо обязательно вот так вот делать. Собственно, я считаю, что у него самая сложная конструкция. Так. Здесь у него ботиночек такой. Вот. Руки. Красивые такие руки, состоящие из 4 деталей всего лишь, которые держат вот такие вот черные кинжалы. Вот. Здесь также такая же броня, как у Toxic Shooter. Но, наоборот, я Toxic Shooter по его делал. Сзади у него есть, кстати, еще одна нога, то есть у него в одном моторане 4 ноги. Вот эти, это и та. Вот. Здесь, как видите, все очень хорошо забронировано вот этими деталями.
вот здесь. Также здесь есть проводки вот эти вот. И ноги посложнее будут. Вот. Ноги у нас сделаны из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деталей. Вот, а не 5, на 2 больше. И они могут двигаться вот так. Вот. Это офигенный, я считаю, мотор. Он самый крутой. Black Knight. И вот так он держит свою офигенскую пушку. Наверное, так я его и оставлю. Переходим к Firestorm. Ну, скажем так, что Firestorm немножко отличается от всех. И я не знаю даже. На самом деле, мне меньше всех нравится. Или он наравне с Toxic Shooter. Вот. В принципе, да, такой нормальный. Прокрутим его. Так он выглядит, опять же, вот так вот сделана ступня. Также вот тут он немножко чем-то похож на Dark Knight, хоть и делался самым последним, третьим. Да, вот так вот он выглядит. И у него есть маска по хату. Не по хату, ну, увы, а по хату из мистики. Такая вот маска, и здесь скрывается его истинное лицо, как и у всех остальных. Давай ставься. Вот так вот. Итак, что же он имеет? Он имеет 3 ноги. 4 тоже, кстати. Вот здесь одна нога, которую, кстати, можем отодвинуть. Но за ненадобностью. Вот можете там... Вот, давайте я вам покажу механизм. Единственный мотор, где я могу показать механизм. Вот, значит, вот там, вот так вот там все устроено, как вы можете заметить. Вот здесь же такие шарнирчики. Оранжевые штуки, но он же Fire. Вот, совсем маленькие такие вот здесь ступни. Состоят они из большинства количества деталь, чем у других. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, аж из восьми, не считая этих шлангов. Шланги у нас идут так. Вот, в общем-то. Он уже на другой конструкции, вот здесь вот. Да. И, собственно, он обладает, как и все другие, оружием. Оружие у него, как видите, с одной стороны вот такое железное копье, а с другой стороны пламя на красной рукояти. Вот. У него здесь также руки состоят из 4 деталей. Есть щитки, и на ногах тоже есть щитки, как у всех остальных не было. Потому что, к сожалению, детали закончились, вот все вот маленькие. Вот, это вот такая вот проблемочка была небольшая. Все ушло на меня же самого в Лего Бионикл виде. Вот, это вот такой вот у нас Firestorm. Надеюсь, вам понравился мой обзор, дорогие друзья. Да, вот мои 3 моторма. Я думаю, они заслуживают лайка, потому что они классные, мне они самому очень нравятся. Подписывайтесь на мой канал, теперь точно ссылочка в описании, постоянно не забываю, но теперь вот точно приточно, гарантирую 100%, загляните в описание, и там будет ссылка на лайв-канал. Да-да-да, подписывайтесь на лайв-канал, я вас умоляю. Там у меня будет сегодня обзор моей следующей версии 2.5, меня же самого в Bionicle виде. Вот, также подписывайтесь на основной канал, Лего Стайл номер 1, вот этот вот. Сегодня также ближе к вечеру ждите, наверное, обзор на коллекцию Star Wars. И всем пока, с вами был я, Лего Стайл номер 1, и жена Буан. Ставьте лайки.